Сейчас я буду раскрывать. И раскроется ваш путь. Раскроется то, что перед вами. Вы будете знать, что вам делать. А также карты могут исцелить сценарии прошлых жизней. Какие-то, может, кармические узлы нужно исцелить. Таким образом, человек становится счастливее. Карты всегда на помощь и на пользу. Итак. Линия жизни. Старинная выкладка в линию. Букет. Гора. Развилка. Солнце. Корабль. И вы, госпожа, ну или вообще человек, который пришел на расклад. Ваш портрет. Медведь. Аисты. Собака, сердце, письмо, ну, какой шикарный расклад, и луна, очень шикарный, отличный расклад. Давайте приближу чуть-чуть и начнем с вами трактовать, мои дорогие. Вы можете увидеть то совершенно, что я не скажу, это тоже имеет место быть для себя, каждый может что-то увидеть чисто приватное, или же почувствовать даже, без слов, как бы, да. Но центр расклада – это солнце. Солнце и развилка, открываются дороги. И вот это самое главное, что вообще человеку нужно, чтобы открылись дороги, да. Открываются дороги на верность, любовь и на счастье. Видите, вот эти четыре карты – это центр расклада. Здесь выздоровление, здесь счастливые отношения, здесь любовные хлопоты, которые оправдаются, здесь бумаги какие-то или же финансы, которые будут прекрасно себя чувствовать. То есть вы будете иметь деньги и ценные бумаги, купли-продажи недвижимости у кого-то, в общем, что-то очень хорошее, вид на жительство, например. Бубновая дама, та, которая получает эти бумаги, это вы можете быть, да. Здесь у нас вообще и червовая дама есть, и пиковая дама, и карта госпожи, которая компонуется с тузом пик. Вы скажете, что игральные карты в Ленорман, как бы они не подчеркивают символ. Подчеркивают. Они не говорят то же, что говорит символ, а продолжают нарратив. Так что у вас, да, вот это вы, будет то, что вы избавитесь от каких-то проблем. У вас был вопрос. Вот здесь туз пик – это как бы вопрос у вопрошающего. Вопрос, который у вас сейчас есть к этим картам, к жизни. И вы хотите перемен, вы их достигнете. Перемены будут в том, что пиковая мазь, видите, она будет улучшаться. То есть от туза, ну, в игральных картах туз самая высокая, мы идем с вами к десятке пик. Это значит, что вам было как-то неудобно, неловко или опасно в том месте, где вы есть, и вы будете уезжать куда-то. Ну, не все, но некоторые из вас. Или менять свое отношение к тому, что вокруг вас. То есть защищать себя будете. Карта корабль – это переезд, очень удачный переезд, открываются дороги. Вы избавитесь от трудностей, потому что, ну, по волнам идет кораблик, избавляется от трудностей, и вы проходите свой путь через горы, препятствия. И это трифовые препятствия, это может быть семейные, семья воздерживает, или на работе что-то не так происходит. Вы проходите все препятствия, идете к карте букет. То есть здесь пиковая дама, это пиковая, это вы, скорее всего, потому что та же мазь, да, вы прошли трудности, вы многое пережили, и букет – это награда за испытания, которые прошли. Только так можно прочесть. Расклады, конечно, считаются, ну, каждый считает так, как видит, и в разное время расклад показывает разное, да. Но именно в то время, как я вам читаю, а актуально в то время, когда вы смотрите, да, естественно, вы получаете вот такую помощь. Здесь у нас хорошая карта медведь. Это карта успеха в делах и в семье, трифовая масть. И у нас здесь с вами десятка треф. Это оправданные надежды. Это значит, что все, чего вы достигали, хотели для себя, чаяния, ваши планы, ваш интерес, он оправдается. И здесь вы превращаетесь из пиковой дамы в червовую даму. То есть в человека, который прошел много трудностей, получил награду за трудности и реализовался. Поэтому вы здесь превращаетесь в червовую даму с вашим червовым интересом любовным. Идет к вам любовь.
потому что восьмерка червовая – это любовное общение, ну и спальня, все такое, да, с человеком, который вам предан и верен. И этот человек может проходить здесь как тотемная собака или тотемный медведь. Тотемный медведь защищает, это защитник. И, ну, такой властный, конечно, у кого-то будет так. Денежный человек, властный. А здесь собака – это верный, такой, знаете, как домашние тапочки партнер, который вот вам угождает и не перечит. У некоторых будет медведь, у некоторых будет собака. Вы выбираете, какого партнера хотите. Потому что любой расклад – это модуляция вашей судьбы. И аисты летят в сторону собаки. То есть вы встретитесь в своем доме и будете счастливы. А также у вас будут любовные хлопоты этого человека, который вас любит, они оправдаются. А также вы получите письмо, которое развеет какие-то ваши страхи. Семерка пик – это встречи неприятные. Или наоборот, это разлука, кстати, часто бывает. Потому что семерки – все встречи. А семерка пиков – это за разлука. Никак не встреча, но, может быть, неприятные встречи, которые навеют неприятные воспоминания для вас. Но это все развеется, и я здесь вижу примирение. Вы получите письмо. Письмо – это могут быть деньги, ценные бумаги, вид на жительство. Я же вижу перемены, у многих перемены. Не обязательно переезд, но у некоторых и переезд в лучшее место или же в лучшую другую, в другие обстоятельства. Заканчивается расклад картой «Луна», и это личный путь человека. Здесь десятка червовая – это оправданные надежды, оправданный интерес. И если у вас был какой-то обман, да, ну, был, может, обман в семье какой-то, да, что-то скрыто было, какой-то обман семейный, может быть, была какая-то ссора. Иногда медведь с горой означает ссору. Это я уже читаю другой слой, для кого-то это подойдет. Или же были страхи, вы боялись уехать, переехать, перейти на другую работу. Если были какие-то страхи, то сейчас предки ваши вам помогают от этих страхов избавиться, потому что Луна – это то место, где живут ваши предки, ушедшие в мир иной. И теперь там среди этих тысяч предков есть кураторы вашего рода, которые к вам представлены при рождении. И эти кураторы вам помогают найти свое счастье, солнце счастья. Еще раз подчеркиваю, вот это сердце расклада, здесь, кстати, карта сердца тоже есть в центре расклада, оно говорит, что вы будете счастливы, любимы, откроются дороги на любовь, на верность и на то, что оправдаются все ваши заботы и любовные хлопоты. Вот замечательный расклад, мои дорогие. Так что получайте от него всю поддержку. И еще раз повторяю, с кем-то будет меньше резонировать, с кем-то больше. Если вы чувствуете, резонирует, например, не очень, это, на мой взгляд, даже лучше. Потому что таким образом вы точно должны знать, что исцеляется какой-то кармический узел из прошлых жизней. Об этом карта Луна и письмо. Но это главное, потому что, видите, расклад показывает, откроются дороги на счастье, вот так считается. Для вас откроются дороги на счастье. Вот так, мои дорогие. Так что пишите в комментариях, как у вас расклад проигрывается, и пишите, что вы увидели, почувствовали в этих картах лично для себя. Я благодарю всех моих подписчиков и новых друзей, кто переслал мое видео на свои соцсети, поместил в Instagram, Facebook, на вашу страничку. Благодарю от души. Конечно, делать расклад – это большой энергетический, такой, знаете, вложение энергетическое с моей стороны. Поэтому, пожалуйста, сделайте это движение для того, чтобы расклад действительно вам помог и сработал. Благодарю. Также можно поставить лайк. И я знаю точно, что вы будете богаты, счастливы, у вас будет все замечательно. А еще знаю, что мы с вами скоро увидимся.